В эти находки сложно поверить, но вы только посмотрите. При исследовании затонувшего самолета водолазы случайно обнаружили на дне океана каменные сундуки, закопанные под песками. Каждый сундук выглядел уникально. Ученые говорят, что эти сундуки совсем не нашей цивилизации, так как они были украшены редчайшими камнями, которые могли быть добыты только с метеоритов. Эти сундуки лежали под песками более 3000 лет. Но самое страшное оказалось внутри этих сундуков. В каждом из них лежали высеченные из мрамора различные фигурки и древние механизмы. Некоторые из них были сделаны из материалов, неизвестных нашей науке. Ученые в нашем закрытом канале рассказали, для чего и каких технологий эти фигурки и механизмы были нужны в древности. Ссылка в шапке профиля.